какие люди собрались, и как все нарядились, и наряды удались. Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте. Комплексовать, стесняться, бросьте, а приготовьтесь поздравлять, и обнимать, и целовать, и на подарки не скупитесь, от всей души повеселитесь. Как ярко солнце рвется ввысь, так новый день рождается. Вся наша жизнь, чудо начинается. Есть точно день рождения у всякого события, яркого явления. Сегодня вот такой субботний денечек, хотя на улице вообще непонятно, какая погода. Фу, бррр, правда? Совершенно не новогодняя. Мы собрались в нашем зале для того, чтобы отметить день рождения. Не хухры-мухры какой-нибудь там 2 месяца или 3,5 месяца, а настоящий день рождения наших любимых, миленьких Сонечки и Васечки. А ну-ка давайте, одевайте, Сонечка, очки самогляды. Быстрее, быстрее, вот так вот. И внимательно смотри, кто здесь самый сильный и громче всех хлопает в ладоши. А потом мне расскажете, хорошо? Приготовились ладошки и встречаем наших именинников. Громко хлопаем. Громче, громче! А знаешь, почему в дом пришло веселье? Кто же громко хлопал? Люба. Люба, Люба, хлопаем. Люба, молодец, самая сильная девочка на свете. Соня, кто громче всех хлопал тебе? Оля, молодец. Чего и почему в дом пришло веселье? Ведь еще не Новый год и не новоселье. А чего и почему нам весело с друзьями? Потому что у ребят сегодня день рождения. Ух ты, Вася, Соня, смотрите, какие замечательные гости так вам пожаловать. Да веселые такие. Ну а значит, ведь день рождения это совершенно необычное событие, правильно? Нам нужно... сказка. Дамы и господа, в ладоши хлопать начинайте. Хлопать. Скорее сказочку встречайте. А Соня, смотри, вот туда. Одну принцессу звали Лариса. Встречаем. Громко, громко. Громче. А вторую принцессу звали Женя. Давайте быстрее хлопаем. Женя! Когда они были маленькие, они весело очень жили. Хлопайте, покажите, как вы весело жили. Стойте, стойте! Но потом появился дракон. 1, 2, 3, 4, 5, тебе дракона исполнять. А ну-ка быстренько, рычи на них быстрее. Просто дракон, давай, давай, еще рычи. Сели и плачут, плачьте быстрее, плачут. Вот так, не кричи больше. Но вдруг слышен топот. А ну-ка, ребята, помогайте, топаем. И появляется рыцарь на коне. Кстати, Женя, а как зовут вашего рыцаря? Алексей. Алексей, встречаем Алексея. Он скачет на коне, аплодисменты. Лариса, а как зовут вашего рыцаря? Роман. Романа! Встречаем Романа аплодисментами! Давай быстрее! Нет, стоп! И вступили рыцари, ну, чтобы принцессы больше не прятали, а не плакали, в бой с драконом. Беритесь, сейчас давайте свои мечи, беритесь. И защекотили они дракона. Щекотили дракона. Не надо, я боюсь. Да, я боюсь, щекотки. Подали они своим принцессам руки, быстрее. И сыграли свадьбу. Дети, вы знаете самое знаменитое слово, которое кричат на свадьбе? Горько! 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 А вот от такой большой человеческой любви у Ларисы, ой, у Жени появилась Соня, а у Ларисы, у вас Соня появилась, а у Ларисы с Ромой появился Вася. Аплодисменты! Но это еще не все. Поэтому мы сегодня с вами снимем про эту сказку настоящий мультфильм. Про то, как принцессы жили, не тужили, как приехали, как на них напал дракон, как потом появились рыцари, как потом они поженились, и как появились наши Соня и Вася. Все, договорились? Мы отправляемся снимать мультфильм. Паркуемся. Сразу скажу, есть 2 волшебных слова для того, чтобы снимать мультики. Звучат они так, вот строго, как в армии. Руки убрали, значит, мы быстро убираем ручки. Быстренько, быстро, быстро за спину. И второе волшебное слово, мы его будем произносить все вместе, звучит так. Снимаем. Давайте, 3, 4. Снимаем.
Что это? Ну, черный фломастер принеси, пожалуйста. А вот там Сонечка лежит. Блин, это кто, принцесса? Да, понадобится еще тебе лишний раз ходить. Зачем? Замок красивый, девочек. Мама. Спасибо, Сонечка. Ложи сюда. Второй дополнительный. На миллиметр мы двигаем это все. На миллиметр. Девочка убегает вот сюда с принцессами, хорошо? Ваш путь, но он не быстрый. По миллиметру каждый. Ладонями сейчас полностью закрыть, да, закрыть, чтоб когда мы, потом я скажу, остановились, вы останавливаете вот так руки, никуда не двигаете. Мы уберем замок, откроем, а там под руками будут уже новорожденные Вася и Соня. Ожидание, нетерпение, скоро-скоро день рождения, скоро-скоро угощение. Подавление. Эпилог. А пока приготовление, ожидание, нетерпение, потому что день рождения раз в году и только в срок. Были-были Пететок и Женю. Боялся Залком. Покакали, летели, Лома, еще Леша забили дракона. Деми рубилась и вышла замуж. Мама рубилась и пошла замуж. Родились мы. Thank you.
Убери чай из-под руки. Я не знаю. Ну, любой, какой хочешь. Вася, загадывай желание. Я чай из-под руки убери. Загадал? Молодец. Соня, загадала желание? Нет. Все, давайте на 3-4 будете задувать. Что там дома? Я не загадала. Я хотела вас кричать. Ну, загадывай любое, чтобы тебе какое-нибудь желание новогоднее. Я хочу мячик. Хорошо, давайте. Три. Три, четыре. Давайте.